Всем привет! Сегодня мы будем собирать кето-тарелки на 1300 калорий на мою суточную норму. Это будет очень быстро, очень легко. У нас сегодня пюре из шпината. И главное, это омлет. Хочу попробовать его приготовить очень необычным способом. Поехали! Понадобится всего ничего. Шпинат, яйца, огурец, масло. Это все, что я сегодня буду есть. Не буду долго останавливаться на пюре шпината. Уже есть такое видео у меня на канале. Ссылка будет и в описании, и в подсказках. Смотрите, просто я его вываливаю на сковородку, замороженный, тушу, а потом с маслом взбиваю хорошо в пюре. Но сегодня наш главный ингредиент и гость наш – это омлет. А шпинат, пусть пока тушится. Шпинат и шпинат себе. Итак, мы разделили желтки и белки напополам. Буквально пару ложечек воды я сюда добавила, соль и взбила желтки. И таким же самым макаром в густую и крепкую пену я взбиваю наши белки. И сейчас начнется магия. Большая часть масла у меня ушла на пюре со шпинатом, а остатки масла я растоплю на сковородке и буду жарить здесь наш омлет. Ребята, делаем маленький огонь и не допускаем того, чтобы масло перегорало, потому что у этого масла низкая точка дымления, и это станет ядом. Я вылила половину своих желтков, у меня будет 2 омлетика. И вот когда он сейчас прихватится, но чуть-чуть вот не до конца, чтобы не был пережарен, еще буквально вот пару секунд, вот эта юшечка подсоберется, подстынет, и я сверху буду выкладывать вот этот белый воздушный наш белок. Вот таким образом уложила белок, красивенько его распределила, закрываю крышкой, готовлю на маленьком огне до готовности, и дальше будет самое интересное. Как понять, когда надо его снимать? Вот я его трогаю, а он такой уже, видите, такой упругенький, не липнет. Схватился белочек, это значит пора снимать. Выкладываем омлет на тарелку, разрезаем его на 2 части и склеиваем белыми половинками. И вот у нас получается такой огромный торт. Ну, посмотрите, ну вот что за красота. Как необычно, можно подать просто самые обычные яйца. И жарю вторую часть, надеюсь, я не передержу, как первую. Очень большой омлет и весь не получился. Много яиц, поэтому будет аж 2 штуки. Тем временем шпинат поместила в блендер и взбиваю его в пюре. Вот такая однородная масса получается. И вот наша пюрешка готова. Безумно вкусная, с маслом, ребята. Это бомба-пушка. И на кето-диете это как раз и будет наш гарнир к омлету. Do-d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 o